Участники движения первых занимаются волонтерством, сохраняют историческую память о героях прошлого и настоящего, проводят спортивные соревнования, и это еще не весь список занятий, поэтому каждому найдется дело по душе. В настоящее время отделения организации созданы во всех муниципалитетах Подмосковья. В движение регулярно принимают новых участников. Я сегодня восхищаюсь вами, ребята. Вы заявили о том, что вы готовы быть первыми. Как-то когда-то мы, мое поколение, вступали в пионеры. Мы говорили, пионер – это значит первый. Это значит, если где-то нужна я и моя помощь, мои знания, я там буду первой. Для того, чтобы стать частью движения первых, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Далее нужно проявлять свою активность в проектах организации. Тех, кого посвятили в этот день, уже доказали, что они достойны быть первыми. Они уже и письма на фронт писали, и организовывали мероприятия на различные праздники. Акций у нас на самом деле очень много каждый месяц. А также ребята, многие уже участвовали в проектах и региональных, и федеральных. Ученица 9-й школы Карина Халимова участвовала в волонтерском мероприятии, в рамках которого ездила в дома престарелых. За проявленное желание помогать людям старшего поколения ее официально приняли в движение первых и вручили специальный значок. И когда я вижу, как радуются пожилые люди, это наполняет меня таким чувством, что я что-то значу для этого мира. Молодежный проект «Движение первых» дает хорошую возможность подрастающему поколению проявить себя в разных сферах общественной и культурной жизни. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.